Это обязательно вот это все? Ну как же, иначе мы не перейдем к следующему. А еще хорошо, когда впереди есть следующий. Ну, конечно, есть, но еще потом должны пройти шаги. Вот шаги, это же по 4-й странице. А кто это у вас там на фотографии на зеркале? Какая девочка хорошенькая, это вы? Нет, это... Это внук. Это у меня старшего сына, а этот от среднего, он у меня врач. Кто, внук? Нет, отец. Господи, как у вас все запутано. Он у меня вообще сбиться со счета можно. У меня, смотрите, четверо от младшей и двое от старшей. Так, подождите, тогда шестеро. Да, да, вот так. Ага. И, послушайте, самое интересное. У всех все в порядке со слухом. Все поют, все танцуют, и все отлично, со слухом вот. Ну, а мои больше спорту. А, ну, наверное, футбол, да? Нет, не футбол, хотя футбол тоже. Бокс, нет, да? Нет, и футбол, и бокс, а еще теннис. Еще теннис? Теннис, да. Я считаю, что для мальчишек спорт это самое правильное. Это правильно. Мальчишки все-таки должны уметь как-то сдачу дать. Они у меня такие шустрые, это такие, да, да. Такие проворные. Ну как вы, да? Не, просто я говорю, что это слишком много для детей. Родители запихнут их во все секции и думают, что у детей времени сколько хочешь. Ну, да. Мои ведь тоже. Они, смотрите. Смотрите, а мои нет. Я вам лучше про своих расскажу. Нельзя одних оставить. Слушайте, у родителей ни на что времени нет. Все на мне. Со школы не забери, значит, в секцию отвези, ракетки за ними таскай. Какие ракетки? Теннисные. Подождите, подождите, вы сказали футбол и бокс. Да, и еще теннис, я говорю. Какой еще теннис? Большой теннис. Слушайте, я не знаю, это действительно, это слишком большая нагрузка. Ну, мои, конечно, тоже ходят, они и на рисование, и на танцы бальные. Какие танцы? Вы же сказали, что они музыкой занимаются. Музыкой, музыка, а что нельзя? Музыка и танцы, мне очень нравится танцевать. Вы хотите сказать, что я вас обманываю? Вот сколько сейчас времени? Уже 6. А что же вы молчите? А что такое? Мне надо бежать. Не, ну, надо, да. Не надо бежать их забирать из школы. Ну подождите, подождите, вы позвоните, кто-нибудь другой заберет. Ну, Саша, кто это другой не заберет? Кто это другой? Ну. Они меня ждут, а этот с вами эту слабую долю отрабатывает. Ну, пока папа слабую долю отрабатывает, мы с вами даже до синкопы не дошли. Не послушайте, надо. Ну подождите, никуда не денутся они, ваши девчонки. Давайте мы их вместе заберем. Нет. Это исключено. Ну почему? Давайте мы их отвезем. Я отвезу, мы отвезем их на такси. Нет. Ну почему нет? Вы сказали, что откуда их надо забрать? Из школы или из станции? Ну зачем вы меня путаете сейчас? Ну вы из школы или из станции? Кого-то из школы, кого-то из станции. Что на самом деле? Пустите, я все равно с вами никуда не поеду. Ну почему? Да почему? Что вы прицепились ко мне? Ну подождите. Ну, давайте. Может быть, завтра встретимся? Завтра вообще не могу. Завтра я занята. Вот. Почему? Выгуливаю лучше. Это тоже внучка? Нет, это кобель собака. Чей? Кобель. Моей старшей. Она когда в школе, я ее выгуливаю. Ага. Да. Это у вас времени сколько хочешь? У меня свободно времени. Это я свободен? Это я же совсем забыл. У меня же завтра это, как его соревнование. Как же я мог не вспомнить? Ну слушайте, у меня же завтра это заплыв этим кролем. Кролем, да. Подождите, какой заплыв? Ну вы соберитесь. Ну вы же сказали, что у вас там футбол. Босс, это по субботам. А футбол это в школе. А завтра у нас что? Завтра у нас среда, а по средам у нас бассейн. Вот, до свидания.
свидания. Она лучше, если она копит.